Всем привет, с вами Ниагара. Ну что ж, мы продолжаем и начнем с просмотра костюмов. Что у нас там есть? У нас опять есть печенки. И мы можем прям потратиться, если у нас, конечно, есть на что. О! Нет, это стоит купить. Так, ну а дальше пока все закрыто. Пока что, да. Все под замочком. Так что пошлите проходить. У нас, значит, погоня пройдена. Уровень 4. Поехали. О-о-о! Скуби! Ой! Ну-ка, переключись. А чем дерется-то? Не сосисками уже? Или их просто не видно? Нет, не сосисками, он что-то просто бьет как будто лапой. Это тебе, короче. Дак надо же, да? Так. Не, ну с сосисками было повеселее, ну ладно. Так-то ж прикольно. Дай-ка мне ее. Она быстрее бьет. Так. Мы туда пойдем, но только когда ящички вот эти соберем. Джеки тоже это любит. Да они все там обжоры. Ща. Скуби, дверка. Я, конечно, нас собирала уже очень много. Печенек. Ай, убери его от меня. Но у нас не открыты костюмы. Вот же что. Что там? А что отлетает из этой ванны? Непонятно. Ну ладно, пойдем. Дарум-дарум-дарум. Ну-ка. Ох ты, краб! Иди отсюда. Оп. 4? А где у нас осталось еще? Ну где? Я уж вроде все разбила. Уже ничего нигде нет. Вот здесь. Точно, последняя. Табличка затонувшего судна Вилли. Видимо, кто-то его все-таки поднял. Так, и давайте, значит, приманка. Подытожим. Мешочек с жемчугом. А жемчуг мы видели у этого пацана, который нравится Дафне. Так. Что у нас еще? Какой-то билет. А, чек. Вилли заплатил Сету. Вилли, значит. Табличка затонувшего судна Вилли. Сету. Сету кучу денег. Так. Ладно, будем думать. Ну ты зачем спрыгнул? Какие же они неуправляемые. Фред, как слышишь? Вельма, ты что-нибудь нашла? Еще бы. Кое-что важное. Табличку затонувшего китобойного судна. Блин. Судно Вилли! Прямо в точку. Правда, самого судна нигде не видно. Думаю, его все-таки подняли. Отлично, Вельма. Но почему Вилли скрывает, что он нашел судно? Без понятия. Мы со Скуби собираемся осмотреть нижние палубы. Может, найдем что-нибудь? Хорошо, будьте осторожны. Тут повсюду рыболазы. Рыболазы называются эти огромные рыбы. Или вот эти вот, кто рыболазы? Или вон те. Надо посмотреть. В монстрах, что это, кто это? Хотя там не указываются, по-моему, враги. Ой! Так, если что, у нас тут есть пополнить ХП. Давай, Скуби, я верю в тебя. Блин, я в отключке, подожди. Защити меня. Я в отрубусе.
Теперь я тебя защищаю. Смотри, у нас команда. Давай, отъезжай. Все, хватит. Скуп, добей. Эх-хы-хы, такой. Чем она бросается, кстати? Не могу понять. Оно вообще помогает, нет? Как-то. А, да, все. Кончи там ее. Так, это мое. Для Скубика. Костюмчик Шеги, охотник. О, ну нормально. Купим. Так, у нас тут дверь открылась, пойдем. Опять эти катающиеся ежики. Давай еще тут в баре посмотрим. А как туда? Ать-ть-ть. Ага, я внутри. Еще для Скуба. Да нам для Скуба ничего не жалко. Тут разнесем все. Просто все. Никогда не бывает слишком много. Согласна. Ой. Они выглядят такими жуткими, такими большими, страшными. На самом деле, как будто бы... Ну, такое. Их просто долго убивать? Так, я слышу медальон. Я слышу медальон. А где? Отойти. Едешь, нет? Я где? Я себя постоянно теряю в этом бою. Да, все, 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 поплыл. Мы за него золотую печеньку получили. Но здесь где-то есть вот этот вот медальончик. Его слышно было. Вот где-то вот здесь. Где? Вы же его тоже слышите, да? Он там. А где? Ну что тут? А-а-а! Блин, попробуй рассмотри. Это зрение должно быть 200%, а не 100%. Гачик! Нормально. Шеги тоже это любят. И как Скуби столько влезает? Так Скуби теперь смотри. Вот теперь в него столько и влезает. Да кто там опять? О! Ну, привет! Опять ты! Блин. Побежала, прямо нарвалась на бомбу. А все, дай отбиться от тебя. Это далеко кинул. Мы не там. Ну тут же поближе. Все, все, все. Хорош. Так, это что? Какой-то ребус, шмебус. 2 открыть. Так, нам хпшки не надо, пошли. Опять хпшки, что они так подряд попали? Понятно, почему. Бросайся в него музыкой. Он реально, кстати, в него какими-то нотами кидается. А я в него вообще не попадаю, что ли? Скуп один с ним бьется. Какой-то мы очень... Да блинский! Как вы задрали!
Вас очень много. Знал ты? Сколько мы вас уже перебили? А! Я отдыхаю, Скуби. Отходим. Я не успеваю. Нет возможности успеть. Сейчас зафигарим. Ну все, хватит с тебя. Давай на боковую. Тоже отдохни. Все, молодец. Это соберу. Так, тут еще рыбеха. Ну ладно. Рыбы не так бесит. Ну, норм такие. Враги как бы крепенькие, но не так, чтобы сильно. Вот эти в скафандрах более неприятственные. Там у нас лифт открылся, погнали. Сейчас. Тебе же собираю. Ты рад? Ой, о, как много. О, а опять этот неприятный монстр. Сначала все разобью. А еще бы. Ва! Давай, забивай. Ага. Отлично. Ух ты. Спокойно, я себя отсюда буду кидать. Он уже не добросит или добросит? Добросит. Еще как. Ну, дурак в скафандре, да? Оп. Что ты скажешь на это? Оп. Все? Ему конец. Это факт. И нам дверь открылась. Ладно. Что-то у меня такое ощущение, что откроем и все равно костюмов меньше, чем я собираю этих печенек. Никогда не бывает слишком много. Ну, немного, но как будто бы костюмы у меня особо стали открываться дальше. Нужен мой опыт. Хорошо. Угу. И чё? А, спустили воду. А если мы перепрыгнем, мы там не убьём? Скуби, ну... Ну чё ты? Я вот видишь, что тут нашла. Крабы. Мочи их. По-моему, он застрял. Где? Ой. Я, кстати, тоже. А здесь странная локация с дырками, с какими-то в полу, через которые мы проваливаемся. Поэтому такая фигня. Я не вижу, попадаем или нет, поэтому приду сюда. Чтоб точно наверняка. Все. Еще для Скуба. Поехали. Все, дверь открыта. Погнали. О, стоит уже, ждет. А, я упала. Девочки, мы упали. Скуби, ты-то чего? Тебе прыгай, ты прыгай вперед. Ты зачем за мной-то? Повторяешь. Ох ты. Ты
Чё, вырубил Скуби? Ах ты! Подсвеченный ты! Скотобаза, сейчас подожди. Мы тебя нафигачим. Вот и все. Последний танец. Пока. Я это возьму. Оп. Какой же большой корабль. Вот еще для Скуби. Просто огромный. Здравствуйте! Ну, надо сказать, ну, NPC, да, падают тоже, как будто бы глупо, да? Но, тем не менее, всегда бросаются в бой, и прям бывает, что сами забивают врагов. Это прям хорошо, этот пусть там стоит. У нас может быть такое, что если мы его не убьем, нам дверка не откроется. Эй-эй, прикол. Пока не знаю, пусть там стоит. Если что, будем знать, если не сможем пройти дальше, это потому что там у нас рыба эта застряла. Ну да, это поэтому мы, наверное, не пройдем никуда. Хотя сейчас посмотрим. Это разрушаемое ограждение. Вот и все. Да опять. Сколько ж вас понаделали? Здорово. Попасть не можешь. Да ладно. Ты чё, зачем мне с кубика вырубил? Давай. Пока, до свидания. Он нам оставил печеньку золотой, нет? Жуматина. Так, ну нет, мы проходим все равно дальше, поэтому норм. То есть тут остался там, ну и ладно. Так, а тут-то что? Подожди, как там тут пройти? Мы должны как? По желтым вот по этим. Нифига себе. Прикол. Ой. Так это сложно. Так, по желтым. Ня! Так, давай этот возьмем. Ну, нормально так. Прошли с Индиана Джонс. Опять? Ну ладно. Блин. Ждем желтую полосу. Вот это вот проезжает, и потом мы такие оп! И падаем. Ну это не просто на самом деле. Движущиеся платформы. На! Еще когда они прыгают не туда, куда тебе надо, а прыгают куда-то в бок. Так, давай. Ладно. Я пробралась. Скуби, догоняй. Что происходит? Опять? Ёжики. Ёжики, ёжики. Так, идет, идет. Я его слышу. А, он наверху ходит. Он там наверху стоит. Вон. А,
Он вниз приехал, Скуби. Он приехал вниз. Ты решил перейти на ближний бой, что ли? Попасть не можешь? Ой! А все. А Акила промахнулся. Ништяк. Мне нужно к пульту управления. Туда идем. Я уехала, Скуби. Ладно. Ой, ракурс. Какой непривычный ракурс. Давайте здесь без врагов обойдемся, потому что я тут ничего не понимаю. Ой, нет. Такая перспектива камеры, это вообще. Во-первых, всю игру такой не было. Во-вторых, зачем это вообще? Ну, поехали. Так, значит, нам вот здесь на платформе выйти. Запинывай. Молодец. Ох, как же неудобно. Я нажала, ты что гонишь? Поехали. Давайте поменяем на прежний ракурс. Я не хочу больше так. О. Да, блин, еще этого побеждать. С такой камерой. Камера вернулась нормально. Все, окей. Там рычаг. Скуб, проснись! Ты мне нужен, брат! Нет. Давай, падай. Золотую печеньку ставил. Туда не можем пройти. Смотри-ка, тут что есть. А, может быть, можно как-то попасть отсюда? Ну точно можно отсюда как-то. Нельзя. А как туда попасть? Ладно. Мы открыли дверь. Ну, так я же хочу туда попасть, блин. Алло. О, ей. Это наше все. Там лифты катаются. Все, пойдем. Что там? Что-то страшное рычит. Пойдем. Опять он же, да? Ну эти-то пофиг. Это они нас уже теперь должны бояться. Ой. Что-то пошло не так. Да блин. Ой, что-то не сработало. А что-то да? Подожди. Так. Вот. Я же всегда нормально нажимаю. Что-то тут в этот раз. Оп-оп-оп.
Опять надо нажать. Вот. Так, здесь двери искорёжены, поэтому мы туда попасть не можем. Этот только скидывается, успевает. Скуби, блин. Вот же ж, вот. Профессионализм. Никогда не бывает слишком много. А мы правильно идем? Ну, вроде да. О! Да. Чуть не прыгнула. Оп. Папа, дай в него, главное. Сейчас бросит. А! Блин, да попал. В этот раз попал, ладно. Вставай, вставай, вставай. Все, 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 прекращай. Харе! Дайкун сам отъехал. Нормально. Там дверь была открыта, я видела. Куда мы идем? Там была открытая дверь. Ага. Что-то пособирать. Ну, 5300 это неплохо. Хватит падать, Скуби, я слышу. Твои фи. Вот это вот. Так. Оп-оп-оп. Сколько собрали за этот уровень? Где-то 3, наверное, да? Эй, сюда! Сюда! Полеты. Так, давай-ка вот тут соберем. А внизу там что? Там ты. Так. Здрасте. Нам все равно наверх. Хорошо, что спустилась вниз, пособирала. Где Скуби вообще, непонятно? Ты где? Он вообще где-то застрял. Может... А, я все прошла. Может, потом хотела сказать телепортнется ко мне. Че у нас? Косточек было много. Печенек умноженное на 2. Отлично. Смотрите, у меня и трофей, и костюм, и улика. Просто топчик. Ну что, погнали на босса? Пошли. Так. Я так понимаю, мне вниз? Ой. Мне нужно рассчитывать. Когда он ударит? А я не могу, я не успеваю перепрыгнуть. Да подожди, ты не бей. Дальше-то что мне делать? Может, я просто спускаться не буду? А он ударит по клетке? Нет, не ударит. Ну, давай. Так, дальше что? Я прыгнула. Может, чем-то побеждать-то должны? Ой, вот теперь упала, да? Типа я вызываю тебя на поединок.
Подожди, нам же чем-то бить его надо. Может, переключиться? Ну-ка. Подожди, да что ж ты делаешь? Сейчас опять нужно придумать стратегию. Ага, ну давай. Бей. Вроде помогает. Оп. Не, нифига. А, во. Там, где красная, туда. По лапам ему стрелять. Вот теперь я улетела, да. Теперь было нехорошо. Так ты... Почему-то они не сильно прыгучие. Ну, давай. Не так. С той стороны бьет. Вот. Есть. Один есть. Ой-е. Так, ладно. Жизнь собрали. Так. Лапоньки отстрелили. Другая стадия. Нифига себе. Попадаешь же, да? Ну, давай снова. Набирает. Ну, что-то там попадает, ладно. Сколько там? Ах ты, косёл! Ах ты! Ах ты, дрянь! Ну ладно. Паразит какой, а! Ладно. Куда-то туда поливает. Так, становится сложнее с этими поливаниями. Ну вот, это вот последние разы, это просто специально, чтобы я не могла в него стрелять. Ну реально. Первые нормально. Ну ладно. Это можно пережить, а потом вот спрыгнуть. Не стрелять в него. Интересно, попадает или нет. Давай. Я упала. Ну здесь сама виновата. Да, накосячила. Давай! Есть. Это что теперь? Крабы будут мешать? О! Подожди! Я поняла. Крабы будут мешать. Ладно. А мне-то с ними что делать? По нему стрелять или чё? Ну. По кому стрелять, ничего не понимаю. Может, по этим блоку? Да! По этим, короче, печкам, видимо. Да-да-да, там печки даже нарисованы. Блин.
Отсюда попаду. Слишком далеко. Дай тут постою. Схватит. Ага. Все, печка есть. Одна печка есть. Все, поехали туда. Блин. Чуть не доехали. Постой-ка тут. Ага. Все, все. Сварился. Капут тебе. Ну великий тобой это. Синяя борода не подходит. Хотя я думала на Сета. Но я выберу Вилли. Вилли оплатил за то, что ему потопили, но он оплатил Сету. Ладно. Нет? А, типа эта возня с лобстером нагоняет аппетит. И тобой а, это он. И Сет, балуй. Наконец-то все проясняется. Я знаю, кто может разобраться с этими двумя. Итак, капитан, мы передаем их вам. Буду рад отправить этих негодяев на гауптвахту, да. Правда, сейчас там солится селедка. Они почти обдурили нас, пока я не увидел, как Сет берет ласты. Все эти жемчужины. Он как раз собирался убрать их и подготовиться к новой партии. Они хотели поднять затонувшее судно Вилли и нашли жемчужный риф. А потом они распугали местных, чтобы прибрать к рукам жемчуг. И нам бы все сошло с рук, если бы не эта маленькая русалка, сотоварищи. Русалка. Я тебе отомщу, синяя борода. А ты лучше помалкивай. Приезжайте еще, ребята. В скалистой бухте вам рады. Не поедем. Как-то мрачно у вас. Так. Маска монстра. Но это не маска, это клешня скорее. И последний открылся, четвертый. Так, костюмчики. Чё там? 16 тысяч. Я говорю, у меня печенек больше, чем костюмов открыто. Это берем. Это берем. Правда, не знаю, зачем. Мы туда уже не вернемся. Ну, пофиг. Типа, деньги есть. Ну, типа, скупим все. А это, наверное, последняя локация. Да-да-да-да-да. Там тоже прилично так. Так, трофеи мы не хотим смотреть, монстры. Вот. Нам последний остался. Разоблачить злодея. Ладно, пойдем разоблачать на следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. И увидимся в продолжении, как всегда. Пока-пока.